В преддверии праздника Дня защиты детей в Каспийске проходят различные акции и мероприятия. Так, на базе Дома детского творчества муниципалитета состоялась итоговая концертная программа творческого объединения «Солнышко». В ходе мероприятия воспитанники организации продемонстрировали все свои таланты в творческих номерах. Были подготовлены театральные сценки, неожиданные перевоплощения, музыкальные и литературные выступления. Я хочу очень поприветствовать педагогов, которые вкладывают в наших детишек свою душу, свою любовь. Хочу поздравить, так скажем, с окончанием года вас, ребята. Спасибо за то, что в течение года вы нас радовали вашим творчеством, вашими выступлениями. Как было приятно на вас смотреть. Продолжайте, не зацикливайтесь на чем-то одном. Очень приятно вас видеть всегда. Началось мероприятие с музыкального номера группы «Розовый компот», который радует каспичан своими песнями не первый год. После украсила торжество воспитанница Дома детского творчества Камила Расулова, которая прочитала стихотворение «Кувшин». Стала театральная постановка «Муха-цокотуха» от самых маленьких воспитанников творческого объединения. Отметим, что она была поставлена по мотивам стихотворения Корнея Чуковского. Ах, какая красота! Я тут копеечку нашла! Что же мне купить такое? Может, платье голубое? Или туфли? Или юбку? Так, подумаем минутку. Нет, пойду я на базар и куплю. Завершилось мероприятие номерами «Капельки», «Лягушачий хор», спектакль «Стрекоза и муравей», «Бабушкин праздник» и многое другое.